Момент истины называется. Так. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я извиняюсь, конечно, но волнение, конечно, переполняет. Вчерашние события нас немножко подстегнули, а сегодня Юра в злости, в нормальной боевой злости, будем надеяться. Поруч з ним Валентин Дем'яненко. Хорошо стартанул, Юра хорошо стартанул. Первый сорвался со старта. А це дуже важливо на такій короткій дистанції. Ну, Що, покажіть нам якийсь план, щоб ми приблизно могли бачити, яким йде Юра. Ну, непогано поки що, так? Не то, що непогано, він поки... так, навіть мовчу, я боюсь щось говорити. Как переживаем мы все, Юра, надо доработать до конца и достараться. И я считаю, что у Юры есть все шансы быть. Дем'яненко, Чебан, Юра молодец, Юра, давай, Юра! Дем'яненко и Чебан перемагає Чебан! Падає у воду, сенсация, это не важно. Главное, он пересек в лодке финишную прямую. Вы посмотрите, что произошло. Вот она ракета, которая у Юры была под его ногами. Ах, Юра. Давайте дочекаем от себя официальных. Но все равно, то, что он в медалях, это однозначно. Вы посмотрите, какое у него прохождение было попадание в финал. 39, победитель, чемпион Олимпийских игр. Вот вам, смотрите, что произошло. Мы витаем всю Украину, вот те, на что мы очікували. Грибная громада, поздравляем вас всех, поздравляем тренеров, поздравляем министерство,